Приветствую, друзья. Ну, во-первых, я проверить хочу микрофон, потому что он у меня упал. Когда он падает, иногда программа сбивается. Поэтому вы мне, пожалуйста, напишите, как звук. Если он какой-то стал тихий, непонятный, и надо прислушиваться вот так, вот тогда мы опять начнем программу микрофона менять. А так я вам вот что хочу сказать. Я наконец добился, что я придумал такую методику, но которая, вот помните, 5 секунд я говорил, там хаотичность движения глаз, туда-сюда, 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 то, что обычно бывает, когда человек в стрессе, когда он это делает, он стресс снимает. Но я такую же придумал методику, только вообще супер-супер. Вот. Но, к сожалению своему, я вот замечаю, что я выдаю ролик за роликом. Люди смотрят и смотрят, но развитие школы мало происходит. У нас 185 тысяч человек на Ютубе висит, а при этом мало-мало людей, которые делятся с кем-то, которые в группах своих сообщают, которые подростков привлекают, потому что если бы они показали своим детям, своим племянникам, племянницам, что в нашей школе можно научиться добиваться своих целей вопреки всем обстоятельствам, снижать свою утомляемость, то есть меньше уставать, готовиться к экзаменам, успешнее их сдавать, на соревнованиях побеждать, в личных отношениях добиваться успеха. Ну, мальчик, например, влюбился в девочку, хочет привлечь внимание, но он же может привлечь внимание гораздо быстрее, если он научится снимать свои нервные блоки и блоки тела, и будет такой обаятельный, такой успешный, такой, ну, просто во всех делах такой молодец, и на дуде игрец, ну, во всем прочем, да. Мы же не учим людей кататься на лыжах или там на коньках крутиться, плавать, мы не учим, но во всех этих делах обязательно нужно иметь приемы раскрепощения, снимающие блоки ума и тела, во всех делах. Я вот как-то года два назад говорил о том, что у нас это межэтажный социальный лифт, кто на него установится, получает такие приемы и навыки, которые за очень короткое время помогают человеку открыть свой творческий потенциал, свои ресурсные возможности во всех своих делах, и в учебе, и в тренировке, и в выступлениях, и в личных отношениях быть более эффективным, более успешным, и за более короткое время добиваться того, на что он обычно тратит иногда и жизнь. Да-да, друзья, именно так. И вот поэтому я принял решение, чтобы наша школа развивалась, вот делаю вот этот ролик, хочу сказать, что в следующем ролике я собирался вот эту супер методику показать, которая за 5 секунд выводит из любого стресса на состояние, которое у вас обычно бывало в лучшие моменты жизни. Например, во время танца или у реки, когда вы слушаете шум реки, задумались и замечтались, и шум реки вам помогает, шум бегущей волны. И во время фитнес-центра, или, например, когда вы поете и включили состояние вдохновения. Ну, такое состояние, которое иногда у нас бывает после хорошей прогулки в лесу. Такое состояние бывает, когда мы как бы задумались так, отрешились от всего такого неприятного, вышли из всех этих напряжений, стрессов, остались самим собой наедине, но в состоянии такого глубокого душевного покоя, равновесия, душевного равновесия. Вот из этой суеты вышли, из этого шторма на этот штиль, на нулевое состояние. Вот это состояние глубинной природной естественности – оказывается, можно получить за 5 секунд. За 5 секунд. Ну, кто-то мне скажет, а я медитацией занимаюсь. Но бывают же случаи, когда ты хочешь медитацией заняться, а тебе шум мешает. Или ты не можешь расслабиться, потому что тебе, наоборот, хочется напрячься. Или, наоборот, ты хочешь медитацией заниматься, а у тебя ребенок из школы не вернулся, и тебя так трясет, что какая медитация. Так вот, в таких условиях, в самолете ли вы летите, на пароходе плывете, в поезде вагона едете, или вы дома находитесь в изоляции, когда вы без всяких помогающих вещей, без музыки, без танца, без массажиста, без гармошки, без ничего,
сами по своему желанию за 5 секунд вызываете это состояние вот той естественной внутренней свободности, естественности своей. Потому что когда она у нас бывает, мы как-то не закрепляем ее в своей памяти, чтобы в любой стрессовой ситуации ее воспроизводить. А я как раз этот метод придумал для того, чтобы воспроизводить испытанное состояние в любой момент, в любом месте, в новом назначении, в зависимости от того, зачем вам это надо. Это Будда в свое время назвал это состояние, вот это, когда ты находишься в состоянии безмятежности, безмятежности, то есть нет мятежа мыслей. Он назвал это состояние нирваной, и путь к нему – медитация. Но не каждый человек может медитировать в условиях жутких напряжений. Я уже сказал. А здесь за 5 секунд вы научаетесь это делать в любое время и в любом месте. Я хотел этот ролик сделать, показать опять всем, но теперь я поостерегся. Поскольку у нас люди большей частью своей не распространяют метод никак, не показывают, не рассказывают, не говорят о наших книгах, не говорят о нашей школе. Ну так вот, я знаю нашу активную часть, которая ко мне на вебинар приходит бесплатно по моему почетному приглашению, как почетный участник школы. Остальные так вот вяло себя ведут. Друзья, извините, мне уже немало лет. Пока я жив, как говорится, берите и пользуйтесь. Поэтому я подумал, еще один раз ролик выкачу бесплатно, как всегда, как каждый день или через день. Покажу опять что-то уникальное, чего в мире нету. А то, что я сейчас буду показывать, того в мире нету вообще. Покажу, и если опять будет такая пассивность, больше бесплатных ликбезов не будет. А будут только вебинары. Ну, по той самой доступной цене, которая только возможна во всем интернете. Это, конечно. Итак, друзья, настройтесь на активность, ставьте лайки, пишите комменты, не знаете, что написать, задавайте вопросы. Потому что это правила не мои, это правила интернета. Сейчас все, откройте любой канал, от самых таких известных до самых малоизвестных каналов, все просят ставить лайки и делать комменты, и нажимать на какой-то колокольчик. Вот я не знаю, на какой колокольчик там надо нажимать, но я вам просто так прошу, на всякий случай. Если вы знаете, на какой колокольчик нажимать, напишите мне тоже в комменте. Я тоже буду знать. Итак, друзья, вперед! Школа «Человек будущего» должна развиваться. Это не только для отдельной части больных людей, которые превращают нашу школу «Человек будущего» Homo Futurus в клинику. А мы не клиника, хотя мы помогаем всем. И которые с паниками, и со страхами, и с тревожностью. Мы всем помогаем, да. И всю работу почти мы делаем бесплатно. Поэтому, друзья, нужна обратная связь. То, что я говорю, очень справедливо, да. Итак, скоро у нас вебинар будет. А ролик следующий бесплатно. Смотрите, я там скажу уникальные вещи. Как обычно. До встречи.